Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для аниме Punch Out. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. А также видео в подсказках оставлю. Посмотрите, как его скачать, как получить ключ. Сложного там, в принципе, ничего нету. Я думаю, когда увидите, поймете. А дальше в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. А на данный момент есть только один скрипт, потому что режим новый, а больше скриптов, к сожалению, на него не успели сделать. Так что, что есть, то есть, как говорится. А значит, смотрите, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто, легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку «Ввести». И ждем, пока заинжектимся. А, смотрите, в основном, как я понимаю, когда проходит инжект, когда нет. А, то есть мы сейчас ждем, пока пропадет вот эта надпись «Inject Fluxus». И когда она пропадает, и после этого вы нажмете кнопочку «Запустить», если у вас появится скрипт, то инжект прошел. Если нет, то он не появится. Так, у меня вроде немножко зависло. Или нет? Ну-ка. Да, у меня чит завис. Ну, такое бывает, в принципе, ничего страшного. Сейчас буквально пару минут подождем. Так, все, у меня получилось заинжектиться. Отлично. А, у меня вот здесь в нижнем правом углу вышла надпись. То, что инжект прошел. А дальше нажимаем «Запустить скрипт». И вот он появляется. Все четко. Мы его открываем и сразу начинаем проверять. Первая функция — это автокилл. Но перед тем, как ее включать, советую включить сначала автоколлект. Потому что когда вы будете бить этих ботов, с них выпадают монеты. И они собираются только после того, как к ним подойдете. Но если включить эти функции, то они автоматически к вам будут лететь. Дальше включаем автокилл. И смотрим, что происходит. Как видите, я наношу дамаг этим ботам, монеты накапливаются и прибавляются. И также мне выпал, не знаю, что это такое, питомец, наверное. Ну, какой-то питомец выпал. Прикольно. Причем бесплатно, кстати, я еще даже никакое яйцо не открывал. И вот таким образом фармитесь и получаете монеты. Так, можно выключить. Сейчас монеты должны собраться. Мне еще выпал какой-то питомец, ну ладно, в принципе, неинтересно. Также есть функция Boss Farm. Включаем ее и смотрим, что происходит. А, я понял, за что мне питомцев дают. Это получается за то, что я убиваю босса, мне выдается бесплатно вот этот питомец. Офигеть. Ну, слушайте, круто. И причем я этого босса очень быстро убиваю, как видите. Мне даже лего выпало. Вторая лего в подряд, офигеть. Ну-ка, еще выпадет? Не, к сожалению, больше не выпало. Офигеть я этих... А, это не питомцы, это герои. Офигеть я их много нафармил, это жесть. А, так, а можно их как-то скрафтить или нет? Тут, скорее всего, крафта этих героев нету, к сожалению. Ладно, печально. Одеваем тогда самых лучших. Все, отлично, одели. И мне еще мифический выпал, вроде бы как. Офигеть. Круто. Короче, следующая функция — это автотрейн. Включаем и смотрим, что происходит. И как видите, автоматически я начинаю бить по этим тренировочным чучелам. И тем самым прокачиваем, получается, что? Силу удара, либо же удары свои. Не знаю, что тут, как правильно они произносятся, ну ладно. Так, все выключаем. И последняя функция — это ранг ап. На ранг у меня, к сожалению, не хватает, так что показать не смогу. Ну, в принципе, я думаю, эта функция 100% работает. Только нужно накопить нужное количество. А, ладно, буду на этом заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.